Это часть южнобережного шоссе от Талушты до Судака. В этом месте шторм атаковал дорогу дважды – в ноябре 2023 года и апреле 2024. Разрушенный участок в поселке Морское представляет апокалиптическое зрелище. Треть асфальтового полотна вместе с основанием смыло в море. Около 300 метров дороги перекрыли, сделав объезд по бездорожью, которое подсыпали щебенкой. Что стало причиной разрушения? Некачественные работы или мощность морских волн, на которую не было расчета, пока не сообщается. Стоит отметить, что подпорная стенка, предназначенная сдерживать натиск волн, цела. И это единственное вообще разрушение на 80-километровом участке между городами Судак и Алушта, при том, что мест, где дорога идет вблизи моря, несколько. Восстановительные работы оценили в 100 миллионов рублей. Работы по ремонту начаты, а вот когда закончатся, неизвестно. Набережные усиливают сваями, вбивают металлические толстостенные трубы, в которые потом заливают бетон. Подобный метод применяют и на других разрушенных непогодой дорогах в Крыму для предотвращения сползания грунта в море или сползания грунта со склонов. Стоит отметить, что синоптики заверений, что шторм века не повторится в 2024 году, не дают.